Железная логика. 12 часов и 33 минуты в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Тут Илон Маск вас подсиживает. Да ваш. ладно. Да, ударился Не чуть... пустим. Ударился в философию. Но... Написал, научите людей ненавидеть себя и свою историю. И они окажутся беззащитными перед ментальными вирусами. Их можно легко перепрограммировать. Ну, Но не убавить, не прибавить, но ну, кроме ненавидеть еще, что предать свою историю. Но это ровно то, значит, чем нас тут пичкали да, довольно долгое время. Значит, вот как я говорю, я родился в лесу, так сказать, да, и это самое, меня нашли под забором, и все остальное, там, неправильная история, неправильные предки, неправильные решения, неправильные поступки, все неправильно. А то, что огромная страна в результате, так сказать, да, получилась, да, ну это просто какое-то историческое недоразумение. Mm. Просто вот недоразумение, mm. и, и все, да. И то, что она, так сказать, столько веков на самом деле не просто существует, но и побеждает, ну это вообще, это как бы, ну просто какой-то бред вообще, да, так сказать, такого быть не может, да? Вот как мне плохо от того, что я здесь родился, так сказать, как мне плохо от того, что я русский, как мне mm. плохо от того, что я, значит, то, все, пятое, десятое, как же хочется стать, так сказать, американским трансгендером mm. и так далее, и так далее. Но это ровно то, что нам тут вот впаривали несколько десятков лет подряд, разве нет? Ну абсолютно. Вам должно быть стыдно за это, должно быть стыдно за это, стыдно за это, стыдно за то, вы ничего не умеете, вы ничего не можете, вы ничего никогда не могли. А вот эта вся страна вокруг, она откуда, но это вот она сама по себе ветром надула. Вот. собственно говоря с нами кстати именно такой эксперимент и проводили вот собственно и все вот хотя другим кому-то наоборот им внушали на пустом месте что вот на самом деле у них там какая-то супер пупер великая история наоборот как на украине сочиняли сочиняли другой миф вот здесь вот отрицательное раздували такой самоубийственный да? mm -hmm. что хотели внушить внушить хотели что ваша страна такая настолько плохая что разрушить ее не грех, что называется, да, даже наоборот, надо ее разрушить. Ты просто, так сказать, всемирному благу какому-то да, принесешь большую пользу, если устроишь здесь гражданскую войну или, скажем, какое-нибудь самоубийство, саморазрушение и так далее. А другим, другим, да, в других местах, они другое внушают. Вы что? Да вы же, да от вас, так сказать, человек произошел. Не в том смысле, что вы обезьяны, как да. бы, а в том смысле, что без вас просто ничего бы не было, да. Вы же центр, вы же просто ось мирового, мироздания. Буквально, как бы, да. Земли еще не было, а вы уже были. Это все те же люди, да? Вот Маск написал об этом, вот. Но это на самом деле как технология, она была осознана, так сказать, вот нами уже достаточно давно. Вопрос только в том, что системно бороться с этим начали как бы недавно. Вот недавно. Но ну и хорошо, что начали. А вообще, да, как бы это вот одно из один из главных способов, -то, значит, облей грязью всех предков человека, облей грязью, так сказать, всю его эту самую. Всю его историческую память, как бы внуши ему, что вообще никого не надо слушать, ничьи советы не имеет значения, старшие просто лошьё. вот ничего не знают, вообще не умеют. Как они вообще дожили до этого возраста, вообще непонятно, должны были сдохнуть давно уже. да. Вот все это расскажи ему. А еще скажи ему, что он самый умный. Почему? А потому что он понял, что все это дерьмо. И теперь он, как бы, да, вот, так сказать, он совсем другой. Он совсем другой. Если, так сказать, еще одеться по это подурнее, так сказать, да и покраситься в разные цвета, как бы, ну и все будет нормально, и все. Вот ты уже готовый. А если ты еще что-нибудь отрежешь себе, да на лоб пришьешь, как бы, ну, просто, да ты, ты сверхчеловек, супермен. И все. А это все страна твоя, так сказать. Да, вообще, ну все. За супермена могут засудить. Да. же мужчина, это гендер. Ну да, ну да, кстати, как они с суперменом до сих пор не разобрались. Супермен. Не, ну у них правда есть и супервумен, ну, как да. бы, да, но это тоже вот мен, так сказать, вумен-то непонятно. Вот это что-то несовременно, да. несовременно, как бы, да, и так далее. Да, Илон Маск -то, он прав. Мы и без него это понимали, как бы, но вот. Но ну, теперь. Теперь, когда сам Илон Маск сказал... — Ну, может, он к своей аудитории, к американской обращается. — Тогда можно. Вот. Но что касается своей аудитории, то да, действительно, вот опять же, как я уже говорил, на мой взгляд, одна из проблем современной Америки стоит в том, что они стали применять методы цветной революции, mm. которые они обычно применяли за пределами Штатов, стали применять внутри Штатов во время выборов Хиллари как бы, Клинтон против uh, Трампа. И эти технологии, они, в принципе, очень ядовитые и разрушительные. И вот куда они попадают, начинают разъедать действительность вокруг себя, и мы видим, как это происходит в Штатах, да? А что происходит в Штатах? Они вот эту вот бациллу вкинули, что у вас вся история неправильная. Как только они вкинули, смотрите, тут же стали плодиться конфликты, стала, так сказать, это самая расти конфронтация, поляризация общества, уже готовы друг друга убивать. Вот. Это тоже к вопросу об их семинарах по демократии, которые они тут развозили везде, в том числе по постсоветскому пространству, да, рассказывая, что вот вы на самом деле как бы просто дремучие, а мы вам сейчас расскажем, как надо жить, как бы, да, как надо самореализоваться и все такое прочее. И вот как только они попробовали у себя, смотрите, их вот ткань этой жизни американской начинает расползаться. Это очевидно видно да все это связано вот с этими а там с такой какой-то самоуничтожительной критикой потому что э, на, на это самые штаты стояли как бы на своей так сказать основе uh -huh. пусть она там тоже мифологизированная была местами но, на самом деле какая-то мифология она везде и всегда присутствует в том числе потому что например скажем у большинства древних цивилизаций вот история уходит корнями в те времена откуда достоверных письменных источников очень немного как бы да вот или как бы и тоже о них можно спорить вот со штатами другая другая ситуация вот они как бы относительно недавно появились, вот, и, в принципе, все достаточно серьезно так задокументировано. Вот, но тоже там своя есть определенная мифология. Но они давай это все рушить, так сказать, да. В общем-то, на самом деле, довольно такое... Довольно такое по-своему, так сказать, уникальное согласие между Севером и Югом, которое, которое позволило после гражданской войны, на самом деле, создать все-таки вот, вот, эти, вот эти Соединенные Штаты, они давай его ломать. Они давай, так сказать, его это рвать на части, так сказать, противопоставлять людей вот, из этих кусков истории. Это, между прочим, то, что нам они все время навязывают. Они постоянно вот навязывают вот это противопоставление разных этапов нашей истории, причем такое вот ну, бескомпромиссное. Вот это красно-белое, как бы. Вот надо бесконечно друг другу, так сказать, рвать глотки и доказывать, что вот или красное, или белое. Вот, а украинцам они смогли это навязать? Вот, конечно, сто процентов смогли навязать. Но интересно вот что. Интересно то, что как бы это такое противопоставление поставление, которое рубит историю на части, оно неизбежно ведет к чему? К конфликту. Оно неизбежно ведет к продолжению гражданской войны. И как только они у себя это попробовали, признаки гражданской войны опять стали как бы, значит, появляться. Вот. Опять запахло гражданским да. конфликтом. Вот это к вопросу о том, чего стоили все стоят всех вот технологии, все эти школы, которые они здесь вот это вот нам впаривали, как бы мы чудом буквально как бы друг друга тут сенью поубивали. вот и не разорвали все это на 150 частей. Вот они к себе это дело обратили. И как только они обратили, все запахло опять гражданской войной. И вот Маск на, на эти вещи реагирует. Естественно, он не про нас с вами mm -hmm. говорит. Он говорит про штаты. Но технологии это те же самые. Ну так технологии те же самые. Ну и наверное на вершине вот этой. Э Американской мифологии как раз та самая американская мечта, к которой стремятся все, кто и живет в Соединенных Штатах, и кто э, рвется в Соединенные Штаты, там через кордоны легально, э, нелегально. И вот эта мечта э, скоро рухнет, об этом заявил сын Трампа, выступал на Fox э, News. Э, почему рухнет? Потому что, как он говорит, экономика Трампа создавала рабочие места для американцев. А экономика Байдена, американцев увольняют, заменяют иностранной рабочей силой. Вот он говорит, что 100% рабочих мест при Байдене достались иностранцам мы должны вернуть процветание американцев, говорит сын, Бай, ну, э, да, сын Трампа. Да, на самом деле это политика демпартии, как бы, да, мигранты, 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 как бы, в том числе, как политическая опора, mm -hmm. что там будет со штатами в дальнейшем, пофигу, да. Как я говорю, есть люди, которые, ну, такого вот, ну, они, так сказать, теорию заговора там раскручивают, в том числе, среди трампистов их много, которые считают, что дело не только в деньгах и работе, и в выборах, а mm -hmm. вообще желание, как бы, извести под корень, что называется, ВАСПов, да, это самое, white anglosex, -an этих самых да, а, вот как, как, как основа Америки, просто под корень их извести нафиг, чтобы их вообще не было. Вот, а те, кто, те, кто как бы такую теорию, как бы такую злобную не разделяет, вот, они считают, что все дело вот в том, что значит, демпартии нужны голоса на выборах, да, а, они заигрывают с миграционной массой, да, а плюс кто-то зарабатывает на этом большие деньги. Это вот и есть Байден. Вот кто, кто не в курсе, как бы, вот, uh -huh. это Байден, это демпартия, это вот такая вот, так сказать, политика. Но в любом случае она как минимум порождает кучу конфликтов и сталкивает, и эта тема даром Трампом избрана как центральная не потому что он ее выдумал а потому что она действительно назрела перезрела как бы и судя по всему может уже лопнуть как то сказать нарыв вот, вот такие дела так что посмотрим что там они будут что там они будут так сказать, развивать у себя вот и но самое интересное как они собираются как они собираются решать проблему выборов потому что действительно есть признаки того что они вот если Трамп дойдет до выборов они просто они уже приняли политическое решение подтасовать результаты Макрон это подтвердил. Да и что и что после этого что после этого будет? То есть э, там видимо видимо Трамп побеждает, но не с таким уж, что сказать, огромным разрывом. Вот и я так понимаю, что нынешняя американская администрация четко себе поставила задачу вот этот вот не такой уж огромный разрыв как бы да перевести в победу Байдена. Вот вопрос решаться ли на на это и если решаться, так сказать что что последует за этим? Потому что судя по всему, как бы они уже на все наплевали, как бы и они идут в банк вот и просто они поняли, что остановить его не получается, и вот дальше можно или убить его, да, ага. как бы, или, или потасовать результаты выборов. Тем более, что, опять же, говорю, ну, такой прямо вот какого-то глобального разрыва, видимо, не будет. Там, условно говоря, там в 20-30%. А. То есть разрыв, наверное, будет там в пределах 10%. А. Вот. а это, в принципе, как бы, понятно, что технически можно, так сказать, убрать. Ну, сейчас рисуют около 5% разрыв на данный момент. Ну, я думаю, с обеих сторон какие-то еще компроматы появятся.